Стой! Нас же будут ругать! Смотри! Я, Гарен Краунгард! Мощь Димасии! Этому чудовищу конец! Не в ту сторону крутишься. Эй, чудовище! Тебе не выстоять против Фиоры и Лоран! Димасия! Ой, и как у нее это получается? Слава была так близко! Двигаешься неплохо, но защита слабовата. Как думаешь, можно брать их в авангард? Ну, им явно хочется погеройствовать. Но в погоне за славой далеко не уйдешь. Разве слава спасет от неизбежных ошибок? Разве она поможет преодолеть все трудности? Настоящий демосиит стремится к мастерству. Поэтому даже перед лицом смерти он не дрогнет! Фиора. Что, я просто сказала правду? Продолжайте. Во Фрейльорде мы все одна семья. А в семье не всегда все гладко. Не останавливайся! Догоняй остальных, мы задержим врага. Сестра, уходим! Не могу двинуться! Стой! Воспитай его! Фрейльорде вражда разобщает нас, но только семья помогает выжить.
кто знает правду о Сумрачных островах. Смельчаков, что приплывают сюда, и того меньше. А если ты не готов? С каждым годом черный туман расползается все дальше. Его нужно как-то остановить. Твой отец тоже так говорил. Я обновлю защитные огни и сразу вернусь. Я должен это сделать. Ради отца. Иди. Кто здесь? Отец? Отец! Бедные заблудшие души! Короля! Остановите их! Все кончено. Город наш, сними свою корону. Останови войну. В моих жилах течет королевская кровь. Корона моя по праву. Как и эта земля. И мои подданные. У тебя больше нет подданных. Сегодня они станут гражданами Ноксуса. Эпоха королей окончена. Ноксус дарит свободу и славу тем, кому хватает сил заслужить их. Моя корона.
Мне вернула ее рабыня. Недостойная даже коснуться ее своей рукой и стоять в моем присутствии. Ха-ха-ха-ха. Теперь ты понял, Ноксианец? Сами боги вернули мне венец. Остановить войну? Нет. Здесь правлю либо я, либо сама смерть. Покажи им, девчонка. Умри за своего короля. Давай! Нет. Наглую дрянь! Короли заставляют вас преклоняться перед пустыми титулами и правом наследия. В Ноксусе вы встанете с колен, и в сиянии нашей общей славы родитесь заново. Скажу без ложной скромности, это прорыв. Вы правы, профессор, но для чего эта штука? Для чего? Хикстековое ядро гораздо мощнее квадраниевой батареи. Область применения огромна. Хочешь посмотреть? Ну еще бы. Завтра весь Пилтовер увидит технологию будущего. Обгорело! Какой ужас! Обгорело! Не понимаю, кто мог такое сделать? Не беспокойтесь, профессор, я его верну. Будь осторожен! Алло? Ух ты! Красотища! А если направить энергию? Ну же! Спасибо, что сделала меня, Джеймс! Без проблем, блестяшка! А теперь начнем веселье! То, что надо. Да блин. Ого. А может перенаправить энергию? Тяга увеличится и тогда... Попытка не пытка. О! Посмотрим, на что способна эта штука. О! О! Простите, профессор Хеймердингер, я не смог вернуть ядро. Не расстраивайся, мой юный ученик. Конечно, такого поворота я не ожидал. Ай-яй-яй-яй! Любопытная конструкция. А если мы переделаем катушку? Она даст достаточно энергии. Дамы и господа, встречайте! Сила науки, так сказать. Что будет, если чужак нарушит равновесие этих земель? Очередная загадка, учитель. Скорее, испытание. Ноксианец. Священное дерево нельзя рубить. Я его проучу.
Своей сталью? Ты же мальчишка. Не подходи! Как мило. Мальчишка пробудил стража святилища. Его питает гнев леса. Акали, нет! Равновесие надо восстановить. Нужно сделать исключение. Он ребенок! Помогите! На помощь! Ну, давай! Прости, пацан, эта штука хочет тебя убить. Компенсация. Закапывай. Что? Семечко. Посади его! Живо! Тиэтиэн, Гешти, давай, действуй! Навредишь этой земле, и она ответит тем же. Сензитшися Джоуша. Похоже, все козыри теперь у меня. Браво, капитан. Ты меня переиграла. Не льсти себе. Мне нужна рыбка покрупнее. Твой подельник. Грейвс не попадется в твою ловушку. Он не настолько глуп, чтобы вломиться сюда. Отпусти его, и никто не пострадает. Проклятие. С ним всегда так. Дуракам везет. Да что ты. И не мечтай. Держи, братишка. Благодарю. Моя очередь. Тихо, мисс Фортуна. Не дергайся. Давай без глупостей, ладно? Ладно, ваша взяла. Так кто получит за меня награду? Мы все делим 50 на 50. О, стоп, 70 на 30. С чего это вдруг? О, в смысле? Я снова спас твою шкуру. Значит, мне причитается больше. У меня все было под контролем, пока ты не вломился. Ты висел вниз головой, как тушь у мясника. Разве так?
Убери локоть от моего лица. Это не локоть. Не копошись. Не думал, что ты такой жирный. Что это было? Как договаривались, два по цене одного. Прекрасно. Вот твой штурман. Спасибо, капитан. Повезло тебе, красавчик. Эти двое станут достойной жертвой для чудовищ в глубинах. Приготовьтесь страдать тысячу лет. Погодите-ка. Она сказала тысячу лет? Мадам ведьма? Как это вообще возможно? Я слишком хорош, чтобы погибнуть во цвете лет. Я больше 20 не протяну. Я не хочу быть с ним наедине. Что ты хочешь этим сказать? Не переживай, ты еще сыграешь. Какая-то ошибка. Пойдем, пока не началось. В этой билджвотерской удаче нам улыбнулась. Пора отсюда выбираться. Пока, ведьма. Малыша! Скорми своим чудищем кого-нибудь другого. Остановись. Попробуй догони, Мурена. Еще один чудный денек в Белджвотере. Да, день отличный.